Вот такие удивительные получаются отпечаточки. Самые-самые разные. И текстуры тоже замечательные, с фактурами вместе. И чероитовые, и бирюзовые, и яшмовые, и родонитовые, полевые шпаты некоторые, рисунчатые, тоже очень красивые. Это все, конечно, ребят, один из моментов, который прекрасно открывает это свойство материала еще больше и больше и больше. Конечно, есть еще одно интересное уже физическое свойство данного материала, то, что он пористый. Не очень получается это увидеть. Вот поры. Поры, которые содержатся вот в этом всем строении самого материала, позволяют, капнув в него масло, долго-долго его как бы распространять в помещении, формируя фитонцидные прекрасные такие ароматы. То есть как аромакулоны. Это тоже можно использовать, как аромаплощадочки такие своеобразные с прекрасным запахом. Можно моделировать разные запахи, используя различные масла, делать какие-то интересные смеси. Это уже такое ароматворчество. Тоже подходящий весьма как носитель аромаизлучателя.